США намерены использовать в Нигерии самолет-разведчик и беспилотный летательный аппарат для поиска похищенных в прошлом месяце школьниц. Кроме того, американские власти готовы предоставить спутниковые снимки региона, а также направят в Нигерию своих экспертов, которые помогут в расследовании и при необходимости в переговорах с похитителями. 276 учениц школы в городе Чибок на северо-востоке Нигерии были захвачены исламистской группировкой Боко Харам. В понедельник радикалы сообщили, что все девушки приняли ислам, а в интернете появилось видео, на котором похищенные молятся в традиционных мусульманских одеждах, сидя на земле. Исламисты заявили, что готовы освободить школьниц при условии, что из нигерийских тюрем будут выпущены члены Боко Харам. Между тем, в Париже во вторник прошла демонстрация солидарности с нигерийскими женщинами, в которой участвовали в том числе супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни и бывшая гражданская жена нынешнего французского лидера Франсуа Оланда Валери Трервейлер.